Детский курорт. Море неглубокое, всегда теплое, комфортно купаться, отдыхать. Песочек для детей, много санаториев, оздоровиться можно. Потому что уникальный климат, море, песочек. Мы в июле здесь были, с внуками загорали, купались, отдыхали вместе. Ну, наверное, нравится людям здесь отдыхать. Я местная здесь, поэтому я живу очень долго здесь. Мне нравится в Анапе, спокойно, хорошо. Для детей море хорошее, теплое, в отличие, допустим, от Балтийского моря. Оно намного теплее здесь, поэтому люди приезжают сюда, отдыхают. Ну и спокойно все-таки здесь в Анапе. По сравнению даже с Краснодаром, здесь намного легче живется. Я считаю, что море притягивает всех. Тем более, ну, летом, конечно, из-за детей едут сюда, потому что берег мелко. Хорошее обслуживание, прекрасное питание, медицинское обслуживание хорошее, я довольна.